Друзья, ну что, всем привет, с вами снова я, по-прежнему Лэдс, добро пожаловать на мой канал, как бы сегодня со мной мой младший Лэдс Кинг, такой приятный салам всем. Ассаламу алейкум. Короче, пацаны, сегодня у нас будет легендарный заезд, пацаны, CLS и M5 F90, да? Да, F90, как бы. Это, друзья, как бы CLS Венглби, то есть CLS, друзья, Ахмеда. И вот CLS Тамаева. Как бы сегодня мой младший брат будет в роли Тамаева, а я буду в роли Ахмеда, как бы Венглби. Потому что, друзья, я, как бы честно, CLS обожаю, если что. Ну, как бы я сам вообще бы вышел, но, друзья, и вот мне нравится из Мерседес, пацаны, только CLS. Только CLS, только банан, как говорится. О, привет, друзья! Перед началом как бы ролик хотел бы тебе рассказать про одну очень интересную игру. Если, пацаны, быть более конкретным, то GTA на ваш, друзья, телефон. То есть GTA сам на телефон. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, давайте как бы я вам уже расскажу про эту игру. Let's go, друзья! Последнее время стал проводить очень много времени с телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую интересную игру. Я наткнулся на онлайн РП, в котором можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечения в ней реально хватает. Так что, ребята, попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Лестер, который даст вам 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль. Он же тот самый Кадиллак. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Первое, это перейти по ссылочке в описании и скачать игру. И второе, установить игру на свой телефон. А третье, в настройках, пацаны, вам надо будет выбрать игровой ник в формате имя, нижнее подчеркивание, фамилия. А уже после можно выбрать сервер, на котором вы будете играть. И не забывайте про мой промокод Лестер, который даст вам деньги и машину. И, друзья, сегодня мы сравним эти две легендарные, друзья, машины BMW M5 F90 и CLS, друзья. И чтобы вы понимали, они, пацаны, на одинаковых силах. То есть, друзья, у M5 925 сил и у CLS, пацаны, 925 сил. Пацаны, мы сегодня посмотрим, какая машина сможет, как бы, друзья, уехать. Вот ты сам вообще как думаешь? Конечно же, моя BMW выиграет. А куда она пропала? Куда М5 пропала? Что это? М5? Она что, прицеп, что ли? Ладно, как ты думаешь, вот сейчас кто сегодня выиграет? Я думаю, что CLS вообще по-любому уедет, вообще они по-любому. Они же на одинаковых силах, значит, они будут поровнее ехать. Ну, нет, CLS это совсем другая, понимаешь? CLS это легендарочка, как бы, на боевой прошивке, понимаешь? Так что сегодня твоему, то есть твоей М5 просто хана, потому что сегодня... Где... А? Ты дрол, ты долбоёб. Почему? Моя BMW, ты понимаешь, она сильная, ты это понимаешь? Так моя тоже? Ну, моя еще сильнее. У нас одинаковые силы, чувак. Это мы сравним на гонке. Так что, пацаны, если вы за CLS, то ставим лайк, а если, пацаны, вы за M5, то пишем, друзья, в комментариях. Ты готов, малыш? Потому что сегодня, как да. бы, тебе конечно, просто... конечно, я готов. Просто гляньте, какой CLS, просто гляньте, друзья, на эту анаконду. Просто какая же она шикарная. Сегодня у нас будет две гонки, как бы гонка на драг-рейсинге и, друзья, гонка на время. То есть вот тут, пацаны, кто приедет, то есть кто проедет как бы три круга быстрее, тот и выиграл. На что сегодня, как бы, реально CLS просто покажет себя, пацаны, максимально круто. Ну что ж, малыш, ты готов? Да. Принимай гоночку, давай. Давай на 42 метра, нажимай. Нажимаю. Ну что ж, ты готов? Ой, тебе хана. Кому хана? Ты реально? Да. Кидаем коробку в мануал. Ну что ж, малыш. Просто тебе такая хана, сейчас надеюсь, что я реально выиграю. Так, ну что ж, ты готов? Давай, раз, два, три, поехали. Опа. Давай, салам алейкум, просто CLS. Я выиграю. Нет, куда? Куда? Я тебе сказал. Стой, как? Я, блядь, тебе сказал, долбоёб. BMW это легендарная машина. Стой, заново, нажми повторить. Да не может быть такого, подожди, я что? Подожди, я не... Как? У нас же одинаковые... Как? Ну, CLS, ну не подводи по-братски, ну. Давай, ну что ж, ты готов? Да, я готов. Как? Ладно, все, вот сейчас я реально готов тебя просто рвать, давай. Это не бывает так. Давай, пошел, раз. Давай. Опа. Давай, CLS, давай. Да как? Как ты так уходишь? Я что, опять проиграл?
Да. Да ну нахрен, давай плюс еще раз. Плюс 5000, минус 2000. Стой, я проезжаю. Стой, не нажимай. Ой. Ладно, подожди, давай еще раз. Я не могу просто в это поверить. Подожди, у меня же все на максималках, да. У меня все идеально, ну да. Ладно, давай еще раз, окей. Ну что ж, пацаны, третий заезд. Вот сейчас я как бы надеюсь, что я... Давай. Ой, блин, я не я не ехал, я не видел. Что? Я не видел, что ты выезжаешь. Да что? Как? Я не увидел, что ты выезжаешь. Так, я выиграл, но ты, походу, был фальстарт, да? Так, ты очень поздно стартанул, да, получается? Да. Да, у тебя как бы 13 секунд, ладно. Давай еще раз, хорошо. Да, блин, как так-то? Как CLS, блин, проиграл два раза? Так, давай, хорошо. Так, друзья, третий и, как говорится, решающий раунд, потому что я не верю, что ты меня обгоняешь. Ну, брат, ну, по-братски, давай, CLS, умоляю тебя, ну, братан. Давай, пошел. Ассалам алейкум, оставай, CLS, давай. Нет! Да, блядь! Я проиграл, считается? У тебя 0,942, у меня 0,977. Плюс 5000. Как? Ладно, давай еще раз. Сейчас как бы я буду сам как бы переключать. Давай. По-братски, ну CLS, ну что ты меня так подводишь-то, а? А я в нее верил, как бы у нас, друзья, одинаковые силы, понимаете? То есть у нас полностью одинаковые, друзья, силы. Давай, CLS, пожалуйста, давай. Давай, братан, давай. Пошел. Давай, погнал. Пошел. Давай. Опа. Давай. Нет. Так, вот сейчас CLS, думаю, что реально, друзья, покажет. Давай. Тут как бы уже я вступлю за CLS, и я пока бы помогу CLS выиграть, пацаны, по-любому. Давай. Кажется, CLS сидит на дороге. Куда? Давай. Чё ты морёшь? Нет. Ай, блин! Нет. Нормально. Я тоже держу. Давай, CLS. Я выиграл? А, там три круга, что ли? Ай, бля, я врезался, я не смог. Давай. Я врезался. Чё там, как там твоя М5 поживает? Я еле вышел. Я знаешь, как застрял? Давай, CLS, давай. Я застрял, бля. Нормально все? Как там твоя М5, братан? Только поехал, я только что. Хопа. Да, блядь, держи, CLS. Стой на дороге, CLS. Не падай, пожалуйста, давай. О, я выиграл. 400. Потому что, блядь, нахуй я врезался, ебаный бро. Ну тут уже, знаешь, тут уже опыт, братан. Тут уже опыт, как бы, понимаешь, все еще. Как бы я же вообще очень опытный. Так, у меня есть, друзья, маленькая идея, чтобы CLS выиграл. Давай попробуем. Выходи. Так, друзья, мне кажется, ли CLS просто не хватало такого расстояния, чтобы она хорошо раздулась. Так что теперь пробуем 1600. И у меня, друзья, маленький лайфхак. Делаем вот так вот. Давай. Вот сейчас тихана, брат. Лайфхаки же нельзя. Давай, пока, аливидерчи, брат. Давай. Давай. Нет, куда? Куда? Да ну нет, CLS, да ну нет. Догоняю? Сколько ты едешь? Опа. Давай, догоняю. Не давай, давай. Опа. Да, бля, нет, куда? Нет, я, нет. Ох, я проиграл. Плюс 5000. У меня всего лишь... Ну, я быстрее приехал, смотри, 32. Короче, пацаны, ну что ж, CLS проиграл. Я, конечно, не особо, если честно, обрадовался этому результату. Но, как бы, что поделать, в жизни он тоже проиграл. В карпарке тоже он проиграл. Так что, пацаны, ну что ж... Ставьте лайк, если вы, пацаны, болели за CLS. Ты дурак, понял? Это ты дурак. Так что, пацаны, все. Всем, как бы, удачи. Всем пока. Друзья, до скорых всем встреч. CLS опять проиграл.